Обработка дворовых территорий в условиях распространения коронавируса – мера крайне необходимая. Ведь, несмотря на ограничительные меры, во дворах и на тех же детских площадках продолжают собираться дети. К примеру, на эту площадку, которая относится к дому по адресу улица Студенческая, 21, выходят не только жильцы многоэтажки, но и жители соседних домов. Ну, вообще, мы в соседнем дворе живем. Здесь мы сюда приходим, потому что их здесь как раз нет. Вот сейчас такое время, когда детей самое минимальное количество, поэтому мы выходим на улицу именно в это время. А вечером, вот в нашем дворе, там народу просто тьма до сотни. Очень много народу. И ну, вот это 1,5 метра дистанция, конечно, никто это не соблюдает. Дезинфекцию лавочек, турникетов, качелей и другого инвентаря досуговой площадки проводят сотрудники поисково-спасательного отряда ГОЧС Благовещенска. За сутки спасатели успевают обработать от 8 до 10 объектов. Используют генератор так называемого холодного тумана, который состоит из хлорного раствора. К примеру, здесь у специалистов ушло 12 литров хлора, столько же воды и 20 минут времени. Я думаю, что все необходимо, любые методы и способы обработки. Дезинфекции. Небезопасно, время живем. Все понимают степень ответственности. Поэтому и как следует делаю свою работу. Стоит отметить, что дезинфекцию детской площадки специалисты проводят по инициативе самих жильцов дома. Для этого достаточно обратиться в свою управляющую организацию. Те, в свою очередь, могут ее произвести своими силами, либо обратиться в управление ЖКХ. Все эти мероприятия рекомендованы Роспотребнадзором, поэтому четко руководствуясь данных инструкций, мы проводим эту обработку. Говорить об их эффективности, конечно, покажет время, но наша самая главная задача – сдержать распространение инфекции. Сергей Казанцев также отметил, что такая обработка на детских площадках Благовещенска не последняя. Уже запланировано провести дезинфекцию еще в 7 дворах. Ольга Сысой, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.